Все, у меня наушники сломались, подожди. А что, у меня что-то с наушниками, блин. Это самая дорогая прокачка за всю историю Stand of 2 на 500 тысяч рублей. Первые, ребятки, деньки солнечные, весны, солнечные деньки весны, ребятки, на улице становится тепло, солнце прямо в глаза светит. Ай, как приятно, ай, да как приятно, и именно поэтому я для вас вырежем. Именно для этого я для вас подготовил очень смешной видос. Ой, блин, ребят, короче, я прокачал папу своего подписчика в Stand of 2. Вы вообще где-нибудь такое видели? Нет, 100% не видели. 1000000% не видели. Я попрошу вас, друзья, сходу влепить лайкосик, подписаться на канал, ставить комментарий, лайки. Это просто, ребята, это святое. Это прям обязательно, 100%. Братишка, ставь лайк, подписывайся, смотри ролик от начала до конца. Реально очень смешно получилось, я над ним тупо ров. Прикалывался, угорал, он вообще ничего, короче, не понимал, ребятки. Приятного вам просмотра, больше вас не задерживаю. Еще раз повторюсь по-братски, лайкосика и... смотри видео, это было очень смешно. Прямо сейчас мы на аккаунте папы моего подписчика, ребятки, я задонатил ему, как вы можете видеть, 34 тысячи рублей. Поздоровайся, папа подписчика, поздоровайся, здорово, алло, привет. Здравствуйте, здравствуйте. О, привет, привет, приветствую тебя. Слушай, расскажи мне, откуда у тебя эпики? Чтобы вы понимали, ребятки, у него было только 207 голды на балансе до того, как я задонатил 34 тысячи, у него было только 200 голды. Расскажи, откуда у тебя было на балансе 207 голды? У меня сын обычно берет карточку мою и говорит, пойду куплю себе воды. Кому? А у меня на балансе, смотрю, денег нету, говорит, не знаю, вроде с водой пришел, с чипсами, а денег нету больше. Ну я вам так скажу, то что он действительно, видимо, покупает себе, не знаю, воду или чипсы, что-то говорит, потому что 207 голды и вот такое количество эпиков, верарок, это в принципе немного. Ну то есть его инвентарь в принципе недорогой, тут рарки какие-то дешевые. Чтобы вы понимали, вот смотрите, 34 тысячи голды вам задонатил, это где-то в рублях 1500, ну просто я ютубер, я делаю прокачки, это в рублях 1500 и вам сейчас задонатил на аккаунт. 500 тысяч рублей, 500 тысяч рублей вам за... даже очки сняли. Что вы делаете? Сядьте. Простите. В общем, смотрите, я вам сейчас буду покупать скины и говорить. Вы в голде, вы вообще не знаете цены, правильно? То есть, вот, допустим, 0.06 голды, вы не знаете, сколько это в рублях. Я вообще не понимаю, что это такое. Ребятки, он, в общем, он вообще не шарит. Значит, смотрите, видите мой экран, да? Видите вот этот вот ММ-60 Турет, видите? Турет, да. Да, Турет, да. Этот скин в рублях стоит 15 тысяч. 15 тысяч рублей этот скин стоит в рублях. Хотели бы вы, чтобы у вас был в инвентаре такой скин? Ну, мне неловко, но... Я не знаю. Послушайте, я вам задонатил 34 тысячи голды, это 500 тысяч рублях, они все в вашем распоряжении, абсолютно все, не стесняйтесь, говорите, не стесняйтесь, покупаем, вам нравится вообще в целом этот вот скин, хотели бы себе такой иметь? Ну красивый, да. Ну я в 90-е, когда на войне был в Чечне, мы с таких же стреляли. Да! Нельзя такого говорить, вы что? Меня дети смотрят, осуждаем, нельзя такое говорить. Я вам покупаю этот скин, смотрите, как вы относитесь к тому, если я сейчас куплю вам таких 20 скинов, смотрите, вы видите мой экран? Я вам куплю сейчас 20 таких скинов, смотрите. 20 таких скинов, смотрите внимательно, что сейчас будет происходить. Опа! Смотрите! 20 умножьте на 15 тысяч, у вас на балансе, у вас сейчас очень много голды. Вы миллионер в стендофе, вы миллионер. Что с ним? Что с вами? Вы плачете? Артём. Что? А я могу продать потом эти скины? Да, за реальные деньги можно продать. Вы можете потом продать это за реальные деньги. Пускай пока что она остается у вас в инвентаре. Хорошо, не плачьте.
Ребята, он заплакал от радости. Ребятки, кстати, если вы хотите получить прокачку, ссылка на Телеграм в описании. Подписывайтесь, и обязательно я вам когда-нибудь сделаю тоже прокачку. Всем, конечно, не получится, но кому-нибудь точно сделаю. Смотрите, видите, какие скины? Вот, это у нас Глок. Сейчас у нас идет следующее оружие Глок. Вам нравится вообще Глок? Да. Все, у меня наушники сломались, подожди. Кто там скрипит что-то или что? Да, они что-то скрипели. Георгий, смотрите, какой вам больше всего из этих глоков нравится, смотрите. Вот этот вот глок, который стоит, допустим, 31 тысячу. У нас на него хватает, но это дешевый. Это очень дешевый глок, это самый дешевый глок, ну вот в игре именно из этого оружия. Самый дорогой, это есть такой вот у нас... Говорите. Вот этот вот нравится со змеёй. Вот этот вот, или может быть вот такой вот вам нравится. Это очень дорогие оружия, вот этот блок стоит 5000 рублей. В рублях это стоит 5000 рублей. Нет, мне тот нравится. Скала. Скала? Скала. Хорошо, давай возьмем вам, Георгий, извиняюсь, все-таки. Я уважаемый человек, вы уважаемый человек, вы говорите, там на войне воевали, в Чечне где-то. Поэтому да. Буду с вами на вы. Так, смотрите, как их быстро скупают, чтобы вы понимали, очень много богатых людей в эту игру играет. Видите, даже покупать не успею, уже все продано. Покупаем вам тогда G22 скалу. Скалу так купили, отлично. Теперь давайте мы возьмем USP. Вы вообще когда-нибудь играете с USP? Играли когда-нибудь с USP в эту игру? Да. Я за контртеррористов, я вот там бегаю с этим пистолетом. Вот, да, все правильно, да, все правильно, это вот этот пистолет, смотрите. Смотрите, сейчас мы берем с вами Юсп Лина, правильно, Лину покупаем. Лину. Зинаиду. Георгий, скажите, пожалуйста, вы с P350 играете? Играете с ним? А с ним вообще не будем его покупать. Не будем, хорошо. ТЭК-9, вы играете вот такой ТЭК-9, это скорострельный пистолет за террористов. Играете с таким? Тоже не играть? А что вы тогда играете? Ну, с 5-7 вот с этим вот играете, вот 5-7 надо вам купить. 5-7 вот такой вот. Тоже не надо! Нет. Смотрите, какой тут есть. Ну ладно, составлять, мне ребятки, уже и не будем. Я купил намного. Может, хватит уже. Ну, кстати, да, ребят, и так вон посмотрите тут. Мне стыдно уже. Все нормально, я вам сказал, 500 тысяч рублей. Георгий, 500 тысяч рублей, которые он знатил, это все в вашем распоряжении. Сын увидит, он только обрадуется, поверьте вы мне. Вы после ролика обязательно подойдите к сыну и скажите то, что мне там Арсик за агростример прокачал аккаунт на 500 тысяч рублей. Он зайдет, будет в шоке. Я вам говорю. Арси. Да? Скажите просто Артем. Он знает меня. Где Desert Eagle? Мы вам покупаем Desert Eagle. Да. Во! Понравилось что-то, Георгий. Ну-ка выбирайте. Любой из этих выбирайте. Смолнис. Я вас понял, Георгий, я вас понял. Покупаем вам, значит, такой. Давайте этот скин, чтобы вы понимали, в рублях стоит 1010. Что вы делаете? Я присматриваюсь. А, понятненько. У меня близорукость. 40 штук вот в инвентарь! Смотрите сюда внимательно! Смотрите сюда! Григорий, вы довольны? Я не верю своим глазам. Давайте дальше покупать. С Фабном вы играете, Григорий? С кем? Господи, боже мой. Вы играете с Фабном, вот с этим вот оружием. Это Фабн, дробовик называется, это дробовик такой, да. Вы с ним играете? Да. Хорошо, давайте покупать. Выбирайте любой. Любой, какой скажете, такой купим. Я уже вам сказал, где дорогие, а где не очень. Курсат Фира. Так, хорошо. Я извиняюсь, у меня просто микрофон бывает иногда подлагивает. Я прошу прощения. Я пытаюсь все настроить. Что ж, нет, вас хорошо слышно, у меня подлагивает микрофон, поэтому вы можете меня иногда с порывами слышать. Григорий, да. Покупаем вам такой красивый дробовик, это очень дорогой, очень классный. Поверьте вы мне, когда ваш сын зайдет на ваш аккаунт, он вам обзавидуется. Давайте покупаем вам следующий дробовик, вы играете с SM-1014, вот такой вот дробовик красивый есть. Что? Я не играю с таким дробовиком. Смотрите, спас вам надо, спас. Вот такой вот дробовик. Я думаю, вы с ним просто обязаны играть, это очень хорошо. Нет? Ты меня спас, не надо мне такой дробовик. Что-то, Григорий, я вам делаю прокачку на 500 тысяч рублей, вы сидите, Григорий, какой-то грустный.
Я не верю своим глазам. Я думаю, что это деньги не настоящие. Идемте дальше. Смотрите, вот такой вот. Давайте, выбирайте абсолютно любой. Абсолютно любой выбирайте. Абсолютно любой, какой вы хотите. Это называется оружие МАГ-10. Думаю, вы с ним не играете, но мне кажется, для коллекции уже хоть что-то можно купить. Мне не нравится это оружие. Давай дальше тогда, Артем. Да вы не стесняйтесь, выбирайте, давайте хоть что-нибудь купим. Короче, все, вот этот вот скин Юм-45 Пикси. Он в рублях стоит 10 тысяч. 0.72, это самый дорогой, по-моему, который у меня... Да, 0.72, да, это очень дорогой, это очень дорогой. Так, смотрите, я вам его покупаю. Теперь он есть у вас в инвентаре. Это скин с Orange коллекции, он стоит в рублях 10 тысяч рублей. Григорий, скажите, пожалуйста, какая у вас зарплата? Вы вообще, ну, вы вообще такие суммы когда-нибудь видели? Я, Артем, в свое время, в лучшее время зарабатывал максимум, что на заводе, это 25 тысяч рублей. 20? Это... Я вам сейчас один скин за такие деньги покупаю. Один скин за такие деньги покупаю. Ну, как говорится, гулять так гулять. Значит так, да. Георгий. А покупаем, да. АКР, он вам нравится, АКР-12. В рублях этот скин, да, стоит 7500 рублей. 7500, да, рублей, потом, да, у сына своего спросите, когда он к вам на аккаунт зайдет, все по карте. Покупаем, да, хорошо. Артем, у меня еще есть вопрос. У меня сын мой Арсюша, он когда играется, потом выходит с комнаты, идет на кухню или в ванную, в туалет. И всегда идет и каждый шаг говорит дап-дап-дап-дап-дап. Что это такое? Может, он слышал, что смотрит что-то? Он может... Не знаете, что это в интернете, может, какие-то приколы новые? Да, да. Господи, подходит, боже мой, вы, конечно, подходит меня... Вы, конечно, говорит... меня простите, но ваш сын Арсюша болен, психически нездоров. Вам нравится такой вот АКР Калашников со змейкой? Да, это Scorpion Collection, наверное. Как думаете, сколько этот скин стоит? Ой, я вижу, это очень дорогой. 0.29, это значит, наверное, 35 тысяч где-то, да? Так, Георгий, этот скин стоит 37 тысяч рублей, вы практически угадали. 37 тысяч рублей. Да, вы сможете потом продать это за реальные деньги, но для начала ваш сын просто обязан увидеть вот это вот все, что у вас есть на аккаунте. А, вот. Димонка. Димон. Димона возьмем. Берем Димона, точно! Нравится, играйте с этим скином, да, играйте. Она дорогая очень. Покупаем, она очень дорогая. Она стоит около, ну не знаю, тысяч, наверное, ну 15 рублей. Но не самый дорогой скин, который мы с вами покупали, но около 15 тысяч она стоит. Вы хотите себе скин Стартек? Этот скин стоит 55 тысяч рублей только из-за этой вот наклеечки, которая вот тут вот. Ё-моё, да, давайте. Покупать? Да. Хорошо, Георгий. Покупаем, покупаем. Этот скин за 55 тысяч рублей у вас в инвентаре. Вот это самый... Алло, Артём, меня слышно? Алло, алло. Алло, алло, да, я здесь. Артём, у меня что-то с наушниками, блин. Алло, да, алло, 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 вот, все, алло, все, алло, выбирайте. Выбирайте, выбирайте, выбирайте. Круассан Фира. Ага, вот это, да, хорошо. Да. Этот скин около, ну, 1007 стоит в рублях. Хорошо, М40 мы с вами купили. Я не понимаю, Артём, у меня что-то с наушниками, я... А можно мне продать? Я извиняюсь, а это сына наушники? Да, это Арсюша в них играется постоянно. Я не знаю, что у него там с ними, но это какие-то странные... А все, сейчас все нормально, выбирайте, пожалуйста, давайте мы с вами сейчас М110 купим. М110. Вот это Пуси. Пуси. Какое Пуси? Пуси. А, вот этот вот? Да. Покупаем, да. Хорошо, покупаем, это... Самая дорогая прокачка в Stand of 2. Такого вы еще точно не видели. Хочу Елеватион. Ёпта, какой еле... Ай, подожди, Артем, очки слетели. А чего у него слетели? Наушники. Артюша, блин!
Сломал наушники, только все, недавно все, подарили. Все, я вас понял. Я вас понял, покупаем вам Evolution, и у нас остается один единственный скин. Это... Ну, давайте, наверное, напоследок купим вот, наверное, самый дешевый уже скин, потому что вы и так достаточно мне подарили. Вот, вот этот вот винегрет М16, да. Вот этот. Винегрет, да, хорошо. А-а-а. Так, винегрет, подождите, салат, это, я понимаю, вы действительно сейчас хотите, чтобы он купил, ну, вот этот вот скин? Послушайте, послушайте. Я вам уверяю, если мы уже начали дорогие скины покупать, давайте дальше покупать дорогие скины, потому что... Хватит, ты столько так много купил. Такое чувство, что скрипело что-то. Ладно, давайте так, смотрите. Сейчас мы с вами поспорим на суефа. Если выпадают ножницы, если выигрываю я... то я вам покупаю самый дорогой скин, как я вам обещал. Потому что мы сегодня вам, я вам говорю, что мы купим все дорогие скины. Если выиграете вы, то я вам покупаю самый дешевый винджет. Вы готовы? Винегрет, да, готов. Ой, винегрет, извиняюсь. Суефа! Георгий, я выиграл, у меня... А, Георгий, вы же меня не видите. Ребят, я же его вижу, он меня не видит. Артём, Георгий. Четыре глаза. Георгий, что у вас было? У меня ножницы были. Что у вас было? Зрители все видели, не обманите. Бумага. Все, я выиграл нож. Значит, мы покупаем самый дорогой скин. О! Георгий, мы с вами схватили с наклейкой. Вы не поверите, с наклейкой скин с вами купили. Это... Прошу прощения, Георгий. Прошу прощения. Вы крикнули? Давайте не будем на этом заострять внимание. Ладно. Подведем итоги с вами сегодняшнего Георгий прокачки. Ролик получился немедленный, очень долгий получился ролик. Значит так, Георгий, что мы имеем? Мы с вами имеем М4 Китсуна стратрековский, этот скин самый дорогой, который мы купил, стоит 55 тысяч голды, Георгий. 55 тысяч. Ваш сын, когда зайдет на аккаунт на ваш, будет в шоке. Я не верю. Это самая дорогая прокачка в Stand of 2 на 500 тысяч голды, которая была либо когда в игре. Я прокачал ему аккаунт, ребят. Георгий, не плачь. Георгий, пожалуйста, успокойтесь. Георгий. Ребятки, попрошу вас поставить лайкосик, написать в комментарии Георгий топ, чтобы я видел, кто досмотрел до этого момента и лайкнул. Обязательно лайкнул в комментарии. Поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишись на канал. Это была самая крупная прокачка Stand of 2 на 500 тысяч голды. Всем спасибо за просмотр. Георгий, попрощайся. Спасибо вам, дорогие. Всем спасибо. Всем ребятки, пока-пока. А, Георгий, стоп, Георгий. У вас, если что, на аккаунте осталось еще 30 тысяч голды. Их я попрошу вас вернуть, это совсем немного. Их я вам попрошу вернуть, хорошо? После ролика. Хорошо. Все, хорошо. Все, ребятки, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Пока, ребята.